столице Азербайджана завершился Бакинский марафон 2022 под лозунгом «Победи ветер». Забег стартовал на площади государственного флага. В этом году для участия на Бакинском марафоне зарегистрировались около 15 тысяч участников. Определился и победителем стал гражданин России Ринас Ахмадиев. Напомню, что марафон, организуемый фондом Гейдар Алиева с 2016 года, преследует цель внести вклад в развитие спорта и служит поощрению здорового образа жизни. Один километр я первый раз бегу, если честно, очень волнуюсь, но настроение позитивное. Готовились мы, большое спасибо Баку-марафону, они организовывали бесплатные тренировки. И отдельно большое спасибо передаю Фирдоусу Керимову, главе Баку-марафон-клуба, за то, что он нам помогал все это время, подсказывал, тренировал нас. Без его помощи было бы сложнее. Я представляю Бакинский марафон-клуб. Мы очень рады таким событиям, которые проходят в нашей столице. Будем покорять вершины и дальше, и бегать за новыми рекордами. Очень радует приток новых спортсменов. Наш клуб растет каждым днем. Всех вас приглашаем в наш клуб.